Бан тебе, блядь. А, да? Чё-то типа, жизнь проходит мимо. И чё там дальше? Жизнь тупого мимо. Жена, семья, работа, дети. Тупо, я буду дальше. Ложить на всё свою залупу. Хотел любви и дели. Но со мной не любовь, а война. Смотрю фото, где вы счастливы и добиваю до дна. Почему рядом она, а не я? И в руке не моя рука. Только не ври ей про вечность. Твоя вечность ровно 2 дня. Или, может быть, я не та. Но со мной не будет любви. Ведь чтобы у нас сложилось, мне тоже придется спать со всеми подряд. Как ты. А. Этот парень просто был из тех, кто любит жизнь. Давай, давай. Этот парень просто... Кто просто любит хуй. Так, я забыл, как вообще все это комментировать, дорогие друзья. Я забыл, разучился. Когда придет пора, начинается игра. На кровати, на полу, изучаем мы игру. Ага. Да что у тебя? Подстрижись, брат. Он же тупо одним глазом не видит ничего. Зачем так делать? Кого? О, господи, блин. Беременна в 16, что ли? Hi, bitch. Да? Серьезно? 13 даже? На унитазе и тихонько плакаю, почему так мало ем и так много какаю. Иисус. Ты мой Альфонс. Бродяги не сломаются, бродяги падают, но поднимаются. Спасибо тем, кто в трудный момент был рядом. Если я вас забуду, то я буду гадом. Салам алейкум. What the fuck, это что за игра? Че, за какую-то руку засунул? Деньги ловить надо, что ли? Ничего себе, я в такой поиграл. Ты спросишь, как делать так, чтобы быть всегда джуси. Я, сука... Ой, осуж... Хочу стать пластическим хирургом, чтобы всем делать ебало попроще. Самурай, мне в помощь стихия. Сука, чуть не упал нахер. Если я с ним, я надеваю мини-мини юбку. У него каждый день лютая мясорубка. Ему нужна моя поддержка по самой гланды. Что остается делать девушке главаря банды? Ну я тоже. Ира, а ты подмышки бреешь? Или ноги? Ноги нет, подмышками нет. И как женщина любит, голую жабу у меня и муж не любит. А, джунгли зовут, да? Да. Будущего мужа, я в него. Чего? Влюбилась и так не излечилась в тебе.
Что происходит? Почему там вода? Почему она, блядь, в этой воде танцует? Я тебя не забуду никогда, любимая моя, моя, моя. Я без тебя не могу, твои глаза не забуду никогда. По-моему, там должна играть музыка, но он забыл ее вставить и в итоге выложил то, что выложил. Типа спецэффекты, да? Оп, играй. Пауза. Сейчас, короче, вот это, помнишь, да? Ау. Да, давай. Ау. Ау. Боже. Ау. Эй, видный мид, будь здоров. Слышно далеко. Чё она зависла-то? Ты малыша. Хуя, здоровяк. Ля, сука. Просили мафию, получайте мафию. Я родился где-то под забором. Черти привет, окрестили меня вором. Мать родная назвала Романом. Ах, мамаджан, и с тех пор кайфую я. Хулиганочки, привет. Девочка, пацанка, хулиганка, скажи, нет войны. Нас не отправляют учиться в Лондон. Мы не одеваемся в бутике модном. Наши папы не работают в банках, и мы никак. Что это было, блядь? Что это было? Я понимаю, что это костюм, но он странный, блядь. Блин, я думал, реально микрофон стоит. Бой. Баба Буи. Ты губки бантиком для мальчиков, а я твоих мальчиков бантиком. Ты мне характер свой. Он так выбирает. Он тебе так подходит по росту. Ты наивно думала, у вас все серьезно. Он тебе казался таким умным и взрослым. Так почему же теперь на глазах твои слезы? Зы. Поэтому я не хочу войну. Да это вообще какой-то пиздец, товарищи. И бабка там сидит, смотрит, и... Она вообще никак на это не реагирует, хотя это вообще, блядь, пиздец. Это невозможно вообще никак не скукожить лицо, когда я вижу это. Ну невозможно вот просто сидеть с таким вот лицом, как она. Просто кирпич. Две матери сидят. Я не знаю, два учителя, я не знаю, русского языка и английского, и... Боже мой. Говоришь, ты приплевать. Мое лицо, когда я сижу в кринж-тиктоке. Каждый день гуляем мы, на все равно деньги есть. Доллар, рубли, кармани, пацками. Если деньги есть, живешь. Если нет, то ты никто. Так живу, так жизнь моя кайфовая. Ау. Ау. А знаешь, почему ты худая? Потому что ты постоянно бегаешь от одного долбоеба к другому долбоебу.
неплохой у тебя спорт получается. Там про выпуск «Беременна 16». Господи, что? Это мать и сын? Ночью и днем сердце сжигая. Желание бешеное имею. Я бабулю дают. Господи! Это что, мужики, что ли? Блять, это что? А ёб твою мать. Дать. Эй, ботан, пошли на свидание. Включи песню Моргенштерна на максималках в МВидео. Вот это задание. Ну что, погнали в МВидео? Ну что, ребята, вот я нахожусь в МВидео. Вот я нашел колонки, сейчас включу музыку на максималках. У Моргенштерна реально проблема на самом деле. Мы видим его целевую аудиторию, дорогие друзья. Я не остановлюсь, пока не найду того, кого не смогу победить. Таджикский Джокер. Так, минутку. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень-очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.